Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас стоит жара. Вот сейчас 19 градусов, завтра будет вообще 24 градуса. О том, что я вчера здесь играла в снежки с внуком, говорит только вот остаток снега немножко. Снег не растаял только в тех местах, где были прям по пояс такие сугробы, вот сваливался. Вообще жарко, у меня сегодня чуть не сгорели томаты в теплице, замешкалась на полчаса, открыла форточку, убежала домой. Через полчаса пришла, там температура больше 40 градусов подняла. И теперь я уже боюсь, как бы не сгорели томаты в тоннеле. Вчера они могли замерзнуть, сегодня они уже могут сгореть от жары. Вот такие качели, вот такой у нас климат. И некоторые действительно не успевают за изменением климата. То я сидела в майке, в футболке, высаживала томаты. Потом мы тут же уже лепим снежную бабу. Сегодня мне снова пришлось раздеться. Я сначала свитер сняла, толстые носки, толстые штаны, потому что невозможно. Очень жарко. Через два дня будет минус. Завтра 24, послезавтра днем 6, ночью минус 1. Вот такие испытания дает нам погода. Вообще какой-то суховей еще. И очень сложно приспособиться и выработать какую-то одну стратегию, что было бы или холодно в продолжительный период, тогда бы мы укутались, или было бы жарко. А вот так, вчера холодно, сегодня жарко, не знаю, что ли открывать, то ли закрывать. И когда мне говорят, что зачем вы так рано высаживаете, так а так всегда. Потом будет еще такой же май и еще пол июня. У меня один раз замерзли томаты 7 июня, было минус 7. Ну невозможно же сидеть и ждать до июля. Вот как-то приспосабливаемся. Все, вот обзор нашей погоды.